всем привет! У нас сегодня пятница, на субботу и воскресенье мы отправляемся отдыхать. Недалеко от нашего города, где-то километров 30, находится база отдыха, называется «Мечта». Раз в год мы туда ездим отдыхать, так что оставайтесь со мной, будет очень интересно. Постараюсь показать вам все очень подробно. Вот мы и приехали. Смотрите, вот такая территория. Я потом обязательно все подробно покажу. Сейчас мы идем заселяться. Смотрите, какой Максим шишку классную нашел. Салюты шишек! Давай, салюты шишек показывай. Опа! И вот такой вот у нас вид из окна. Очень круто. Так что вот такой вот у нас классный номер. Кроватки мы, конечно, соединим. Сейчас я вам еще ванну покажу. Вот такая вот ванна. Туалетик, душ. Тихо! Вот так здесь выглядит территория. Зимой здесь елка стоит очень большая, красивая. Красивые здесь очень озера. Мы покушали, было очень вкусно и пошли гулять. Здесь очень красиво. Летом мы сюда ездим, купаемся. Здесь очень теплая вода. Смотрите, как круто, здесь тарзанка. Летом можно здесь будет приехать, попрыгать. Я обязательно сниму для вас это. Палку, давай. Ух. Всем привет, ставьте лайк. А еще самое главное, жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о том, что вышло новое видео. Вот. И лайк. Приезжаем мы сюда обычно где-то 2 раза в год, зимой стабильно. У меня, кстати, есть видео, как мы катаемся на ватрушках. Если вы еще не видели, посмотрите. Очень интересное видео. Здесь тоже есть горки. Мы сюда приезжаем с ватрушками. Здесь можно взять на прокат, если у вас нет ватрушки. И покататься с огромным удовольствием. Огромной классной горки. Вообще, если вам понравится видео такого формата, где я рассказываю, как я провожу время, то ставьте лайк, я буду снимать больше таких видео. Все, мы уже нагулялись и едем домой. Всем доброе утро, у нас уже сегодня 2-й день, мы сейчас пойдем на завтрак. И вот решила вам еще раз показать наш вид из окна. Погода очень хорошая, надеюсь, такая будет целый день. Давай, я снимаю, снимаю, давай. Сегодня ветерок. На улице довольно-таки тепло, но вот ветер, конечно, немножко смущает. Было бы круче, если бы ветра не было. Сегодня 13 мая. Смотрите, снег. 25 мая примерно здесь начинаются заезды. Лагеря, школьники. И здесь у них костер. Обычно. Классное сооружение здесь для детей. Здесь очень много таких площадок. Так что, если приедете с детишками, будет очень весело и интересно. Мы сейчас находимся на другой базе отдыха. Приозерная она называется. Здесь уже идет с лечением. Если у нас просто можно приезжать отдыхать на 2-3 дня, то сюда люди заезжают заездами и лечатся. Здесь тоже очень классно. Смотрите, как корпус выглядит. Ух!
Тихонько. Ставьте лайк. У нас уже третий день, мы уже позавтракали, собрались и сейчас пойдем гулять. На улице сегодня очень хорошая погода, очень тепло, наконец-то к нам пришла весна. Будем опять кататься на великах, на роликах, ну и, конечно, я вас беру с собой. Сегодня такое классное солнышко, загорать можно. Погода супер, и у нас уже активно день начался. Мы сейчас катаемся по территории мечты. И вот здесь сбоку находится вот такое здание. Сюда приезжают звезды, отдыхают, лечатся. Здесь очень красиво, классно. Смотрите, какое милое, красивенькое зданице. И там ребята уже уехали, а я поехала их догонять. Мы катаемся, погода классная, настроение супер. Так что, да здравствует хорошая погода. Ну, мы заканчиваем. Сейчас уберем машину, велики, ролики. Немножко еще прогуляемся и пойдем кушать. Вещички собраны. Ну вот и все. Мы покушали, собрали вещи и отправляемся домой. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!